Krásný den, milí diváci. Dnes máme ve studiu velmi příjemnou návštěvu. Vítám paní Naděždu Iždinskou. Dobrý den. Dobrý den, děkuji vám. Vy jste u nás. Ahojte všetky ostatní. Co se u vás změnilo, nebo co je u vás nového od té doby, co jste tady byla naposledy? No, minulý rok byla jsem velmi nemocná, ale to byla moje chyba. Vyšlo z toho. Nastěhovala se do svého domčíku, to byl můj celý životní sen. Gratuluj. Abych já měla svoje. Dala tam postavit pyramidu na zahradě, protože já mám malý domček, ale velká zahrada. A já ráda pracuju na přírodě, něco dělám. No, velmi jsem spokojená, protože to mě opravdu zlepšilo moje zdraví. Jak můžete vidět, já nemám obarvené vlasy, ale mě zmizly všechny šediny. Jedině, co zůstalo od mojej mamy, když mama zemřela, ale to už 18 let, tak toto. Ale ostatní všetko, protože já po té nemoci minulý rok s těmi ledvinami, u mě hodně z'явили se ті шедіві власи, а мені то не любилося. Ну, а вони самі змислили, коли ж я почала ходити до своєї піраміди. Ті мої люди знамі і клієнти, які мене навштівують, бувам в Добровітові, це така дідінка. І я з кожного питала, який мати поцит від тієї піраміди. Кожен з них повідав, легкость в голові, а легкость просто в тілі. Ну, а була моя комарадка, у якої були великі сильні проблеми з ногами. А ніхто не мог повідати проч. Отекла нога, не могла ходити, болісті. Так що могла їном докулгати до лікарні, до обходу, а вратитися. А була у мене 5-6 днів в тому Добровітові, а рано, а вечір ходила до тої піраміди. А то я все змисла сама. Можете себе представити. Так що я кожному допоручую, якщо ніхто з вас може собі дозволити поставити піраміду на заграді, уділайтеся то, протоже ви продовжуєте собі живот і здоров'я, собі і останнім. Плюс енергія тієї піраміди йде на вонок до 40-50 метрів. То знамена, що ваші строми будуть живі. Що все це уповне фунгує, протоже там йде так сильна космічна енергія, що чоловік просто не може собі то похопити, як то фунгує, але то фунгує. Ну, так же я би просто повідала, що то, що я зажила тенто рок, сам велице спокійна. Єдина неприємна віць, яка мене поткала, що мій манжел онемоцнів в Тринчині. Був практично при смерті. Я мав ту силу, що я можу лечити, але не ділам то. Я нам про своїх і про себе. Ну, а я його мусила забрати до тієї вісниці, де я мав тен домчик. Ну, а він вже почав ходити, а то він не мог ані оточитися. Он не мог сам посадиться на постели, он не мог поставиться на ноги. А ты начал ходить. Так же уж это лепше. Existují nějaký nějaké špatné rozměry pyramidy, nebo nechávala jste si to někde postavit? Ne, já dělala podle přesných rozměrů pyramidy Cheopsa. A potom je tam ten účinek. Ano, protože například já poznám v Moskvě existují pyramidy, nepamětám si, no ani taky ostré. Як у вігвами. А вони всі спадли. Вони стали рок, два, три, а практично всі спадли. Їх було осі 8 поставлено, 5 з них вже спадло. Так що я просила так, аби то була рівна піраміда Хеопса. No. Почуєте на собі ще ніяке інші зміни, кромě того, що вам перестали шедівати власи, а що сте се заштігувала? Ано. Ано, я втратила 5 кіл, без того б я робила ніякі дієти, я то не знашам, я не робила жодну фізкультуру, я не робила, ой, я сам на то лінна, оно то просто йшло само, оно то просто йшло само. І я сам абсолютно спокійна. Люди, які мене не бачили рок, тому що я була немоцна, я не їздила на фестивалі, ніяких просто вже відмітила, так просто повідали, що абсолютно сам се змінила, як вам ладло. Діки. Сам рада. Vypadáte skvěle. Děkuji. Na 73 nevyzerám. Vy působíte jako léčitelka? Ne. Já spíš diagnost. Jestli už je tak, no v principě já jsem kartářka. Moje cesta, moja úloha ukázat lidem cestu k
кому сесть. Если я поведала, что тенто месяц, небо вот этот период, может полрока, ниц не зачинит, потому что мам специальные карты, например, на подникание. Днеска у меня была клиентка, которая ко мне ходила уже несколько кроку, подникателька, а же она имела некий новый замысел. А карты указывали, что в жадном припаде полрока ниц не зачинать. Mm-hmm. Будь это не пришел час, небо не есть таки на то подминки, а небо просто шпатные люди, которые бы с ней шли до того. Это тоже вельми небезпечно. Если карты указывали, что ты не можешь доверовать тем людям, раньше не зачинай. Вы сте си ты карты всех не вырубила сама, это так? Ано, ано. Máte karty na podnikání a na co ještě? No tak, já mám karty do měsíce, do 3 měsíců, do půl roka, roka půl, 2, 3, do 3 let. Mám speciální karty na vztahy, mám speciální karty na podnikání, mám speciální karty ještě na některé otázky, že člověka by to zajímalo. No. Ale zase já to neberu s tím, že já jsem ta nejmudrější. To ne. Мне то просто дали сверху, ten дар. Я то беру как дар. То есть, если ма някой человек проблем, обрати се на вас? Я ему порадим. Порадите му. Ано. Потому что, мимоходом, когда я у вас была перед 2 роками, то был такой великий оглас. Мне волали из Австралии, мне волали из Канады. Ну, с немецкой я стала, мам, с Гамбургу свои клиенты, которые ко мне працуют, будь це с телефон, небо це скайп. Ну, а я сам спокойна, потому что я за то беру пенизы, это моя праца, а они сам спокойны, что я их воровала пред тим, небо пред тим. А небо, если то будет добре, вот это период про тебя будет вельми добра, але за рок а пол у тебя приду проблемы, то может быть споено, будь это с манжелством, небо ты будешь шмить двоитый живот, что ты можешь шмить миленца, а будешь разгадывать мези тим и тим. Так же карты указую абсолютно справня, и цесту указую. Takže milí diváci, neváhejte, objednejte se u paní Iždinské. Telefon najdete. Paní Iždinská, co pro vás znamená zdraví? Na prvom místě. Pro člověka zdraví je to na prvom místě. Ale zase, my děláme chybu v tom, že když my začínáme se bát nějakých, například člověk onemocněl chřipka. Ale pokud on se jí bojí, а зачем мыслить, о, а что, если там будут ніякі наслідки, а что, так то будет. Потому что и своими мышленками он то приволава, аби мы видели, что не смеемся нигде бать. За первое, ваше тело вам указує, что вы сте припрацаваны. Покут я сам фит, так иммунная система працює прекрасно. Ты не достанешь ту хрипку. Подивитеся, как был Наполеон. Покут он был, мел свою энергию, это была психическая обрана. Он имел истоту. Он ходил по тех... Видите, в ту добу была такая в Европе чума. Не знаю, как то в чештине. Теж чума. Немоц, которая просто ничила люди моментально. Мор. 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 Так он, абы он сдвигнул мышление, небо просто элан своих вояку, он ходил там. Он сенебал, что он хитит этот мор. Он был истый, что ниц ему не будет, но покут он не шел на русско. Протоже его упозорнивала картарша Ленорман. Вы аси каждый познаете карты Ленорман. Ленорман. Так вот, она была камарадка его первой манжелки Жозефины Бугарне. И гдыш он разгодал, он был велице успешный, он уже целую Европу мел под собой, каждый его сбожневал. Она его а он разгодал, что он хочет быть императором. Не просто, что главный во французском, что есть военачальник, что есть витязь во всем. Он разгодал, что будет императором. Так же он се на то, абых се оженил с Луизой, это дочка цера императора, он се разошел с Жозефиной. А это картажка Ленорман его упозорнивала. Не делай то, потому что ты стратишь опору в животе. Жозефина его страшно мняла рада. И ей дети, это же были велкие дети, но они его сбожневали. Он их брал яко свое. Ты стратишь ту силу, которую ты маешь с той ласки.
На русско не ходь, потому что не будет то про тебя добре. Ты стратишь всехно. Скончишь в экзилу. Но он был так нагневанный, он не хотел ей вержить, потому что до тетька, до той добы он был витязь во всетком. Угу. Дояло на свое власне эго? Ано, то эго ему помогало. Але засе, оно было, он не превышал свои эти, как бы то поведала, не превышал свои представы. Он ховался в рамках мези, то, чее можно. Мнел покору. Мнел покору. Mm-hmm. Але гдыш он хотел уже стать императором Франции, а то уже присягнул. Mm-hmm. А то потом стратил. Каждый из нас муси ведеть свои границы, свои мези, что может, что не смеет. Ну, он послал, был страшно нагневанный на мадам Ленорман, он ее выгодил с французской, она мусила удеть до Англии. Она там была успешна, але вшетка предповедь, что она ему поведала, вшетка соспомнила. Вшетка. Я сам одну добу мела такую приздивку чешская Ленорман, потому что я креслим свои карты. Карты Ленорман, она то вымыслила сама. Я свои карты делом теж сама вымышлим. А вельми сильны, вельми сильны. Мате някакие предки сплочные? Не. Аси не. Но видите, та душа человека путує. Mm-hmm. Так что я не вем, кого сомнела, не вем, то не можем поведать. То не можем поведать. Але велице важим, например, Вангу, это булгарская провидица. А вждиски сам хотела быть так же успешной, как она. Но в ту добу я на то мыслила, как на карьеру. Я сам хотела быть знама. Ты раз, когда я сам знама, так мне то не вадя, мне уже то не займа. Потому что, видите, по 70-ке я уже дивимся, уже по 50-ке, я уже начала диваться на вице инок. Потому что в 17 ты мыслишь инок, в 70 у тебя уже оточены просто мышленки. Co je, nebo jaký vliv má neúspěch v našem životě? V moje? Nebo v celkové? Celkem. No, neúspěch přijde vtedy, když my něco dělám špatně, nebo my to nedělám včas, nebo my to děláme z nějaké výhody, tak nemusí to být úspěch. Pokud ty něco děláš s čistým svědomí, tak to půjde dobře. А просто некогда, оправду, неуспех прийде в те, де же ти, наприклад, я мам от эту книгу, так от екзистує дні лунарного місяця, в ктерий ніц не смієш зачить. Это 9-й день, 13-й нині моц добрі, 15-й, 19-й, 29-й. Вот эти 5 дней в місяць лунарного календаря можете купить просто нормальный календарь, что так бело, пане, небо. Там просто указаны эти лунарные дни. Так вот это сатанские дни. А ну, в тот день, 9, 19, 29, 13, 15, они не са добры. Ниц в ту добу не зачинать. Я буду... Ту книгу я выдала в року 2009, але потом заистила, же та фирма, которая мне ее выдала, она потом еще продавала неколик року, без того, чтобы я о том ведела. А я в то дубу вубец не видела працевать с почитачем, так же я на тен компьютер не дивилася, а мне на то упозорнили мои клиенты, же некто придава мою книгу, це з интернет. Так моя внучка то нашла, я зистила, цо, а як, так то прекратили, я поведала, не буду то давать к суду, нема цену. Але доказы экзистовали, тоже были на интернете эти. Ну, где ж пишешь, что продавалась книга, то-то-то-то-то, инзераты. Инзераты. Ну, а еще набитки. Ну, набитки. А еще дорогше не, что я продавала. Я продавала за 250, они продавали за 300. Но так потом уже я размышляла, если буду делать покрачевание, а оно мне уделали до 30-го року, сейчас будем иметь этот календарь, а плюс еще там додаточная информация, дотиск. Ну, размышляем, мам то делать, небо не, потому что засы неяка свинья там будет за моими зады, будет выуживать мои эти зналости, а пенизы свои. Так же еще не вем. Ну так вот, в те дни, которые соус шпатны, те сатанские, они специально означены, так я радила своим знамым и клиентам, вы мате на тен месяц, например, тен лунарный календарь. Означьте там, где са добрые дни.
28-14. Вždycky, если вы нечто зачали в 14-й, лунарный день, не солнечный, а 28-й, у вас шитка будет, как на дратках. Но если вы зачали в шпатный день, даже были добрые предпоклады, але вы подописали не в ту добу, будет долой воду. Также экзистуют просто такие космические дни, космическая энергия, которая нам на нечто указывает. Ленже люди, некоторые не хотят на то мыслить, мысли же сами в шитку веде, но потом достанут трест. Небо ином реакции на некую акцию. Не вим просто. Просто человек мусит иметь покору. Я, например, они полевку, обед не зачну делать, без того, бы их не попросила, Пане Боже, пожигнай мою працу во имя Отца и Сына и Духа Святого. Втеди то пойдет добре, всехно. Где ж зачинам карты выкладать, то теж. Вždycky просишь помощь. Се напоїте на някі сві ангілки, ангели стражні? Ні, я си мислим, ангілки ми кожен маємо своє. Но, як сам повідала, хто має сідмічки, в нумерології в тій мрежці, той автоматично має охрану зверху, протоже є то не ангел стражний, є то ангел-асистент. І вас просто за ручечку буду вести там, де ви мусите бути, як чеше говоря, в справний час на справному місці. Ну, а ті люди, які просто то не познає, а ми з Ліленом вже самі вшитко звладно, то є трошки горше. Просто я звикнута на то от дітстві, от утлого дітства, я сам звикнута, що я мам ту охрану, я мам помоц. А я вельми всім дякую. Діки. Ви не діляте європейську нумерологію? Яку діляте нумерологію? Руско-чинська нумерологія. Вона абсолютно саліші, абсолютно. Но вона вистігує просто повагу чоловіка, його хвороби, його надання, його працівні. Ніякі таленти. Теďka se všude řeší rok 2020. Řekla byste nám váš osobní názor, jestli se vyplní nějaké apokalypsy. Co si myslíte? Nebo jak to vy vidíte? Já to vidím v pohodě, tak jak to šlo. Tak jak to šlo. Podívejte se, v roku 2000, když začala nový milénium, těž nás strašili všetky. 2012, kalendář Maja. Же те, что будет страшное. Ніц. Ано, ти раз просто зачала нова ера, ти раз буду отхазати люди, які ніч не делає про людство, небо просто про ту землю, небо просто не має в себе добро. Я, наприклад, не сама матка Тереза, одразу повім. Я некоторых людей не снашам, я їх видим. Я цитим чоловіка подля гласу. Но это я. Но засе, и когда я их не мам рада, я не снажимся некому уближить. Спишь, я их на них кашлю. Берете то как варování а видите, что с тем человеком треба се не мусите дал бавить? Ну, просто, если мне любится клиент, я ему дам многим виц зналости, информации с тем, что это ему поможет в животе. Но если омылом пришел ко мне некогда же, я так... Моце мені не любі, а відім, що йому то збитичне нічого розправити. Перед свиньями не мусиш гадзати перли, же? Можемо так повідати. Так же я йому повім, є нам то, що це його тика, а на складано. Но обичайно снажимся, а годні люди прийдуть на високому духовному рівні. Просто я ще не знаю, як в тому животі ході. Так снажимся їм помогти, звлашть младим. Аби вони не робили хиби в животі. А Віта ще прозділо хиби, тому що я свого часу штудувала графологію. Так же я бачу, як чоловік пише, і подля його письмен можемо повідати, яка є повага. Так от, годні люди показували свій живот їм родичі. Були приліж пристані на них. Надавали. Можна вони то хотіли якось з найліпшими умислами, але на самом деле вони просто потлачили енергію того чоловіка. Вони потлачили його активіту. Він втратив себе відомий. А тим падом він уже ніч не може досягнути. Єдине, що може їм допомогти, збавитися, зачати свій живот, одійти від родичі. Протоже, познам годні жінських, які не можуть знайти чоловіка, аби зачали свій живот, як родинний. Прочь.
Protože dost часто там родичі мають таку улогу. Вони повідять, я страшно хочу внуки, я хочу, аби моя дочка видала, аби була щасна. Але на самом деле матка то не хоче. Протоже вона се боє, що цера одійде, вона зостане уповні сама, а цера діла їй просто помоць, що нікто, ну, боїться зостати самі. А тим падом цера буде опаковати осуд своєї матки. А уж если матка стала ее понижуя, подивися, у меня была знама ту в Праге моя клиентка, же ей матка стала ей вычитала, вот мамы на родинины, например, а матка ей, подивися, як ты визираш грозне, делай нецу за себе. И это нормально. При навштеве ей манжел, дети, причем-то уже женского ума свои дети, а матка будет ее так понижавать. Proč? Protože na tom fóně ona vyzírá lépe. A nebo ona má ten samý problém se sebou? Ta mladá paní nemá ten problém se sebou. Ona je úspěšná, krásná, pěkná. A matka stále ji zhazuje dole. Ne, ale ta maminka, že možná zažila něco podobného a neví, jak to udělat jako jinak. Ne, já si myslím, že to je prostě psychologický vampír. Existují energetické vampíry, а экзистую психологически. Так вот, психологические вампиры – это дост наши родичи. Небо, например, твоя камарадка Аденька, которая к тебе придет, а поверит, «Боже, ты так шпатно, ты не си хора, ты так шпатно вызираешь, делай за собой нецо». То на самом деле это вельми шпатно, она тебя понижует. А Лизасе, она хоце самоутвердиться на твоем фоне. Она ма о тебе старость. А на самом деле это зависть, а желание неуспеха. От таких камараток снажься избавиться моментально. Как бы то мало выпарать справне? С чем? Jak můžeme někomu vyjádřit podporu, nebo jak to jako přepolovat, když někdo má vůči nám závist, ano. Nebo se takhle cítíme, jsme jakoby ano. V tom lepení. Drž se od něho dál. I já vám ještě povím, co vy můžete udělat, abych vy viděli, že ten člověk je upřímný. Například, musíte na mě podívat se zblízka. Protože, například, ty můžeš povědět, potkáš nějakou známu. А поведай ей, что ты выиграла великанскую сумму негде. Но не мусит это быть правда. Небо ты выиграла заезд до Америки, небо круиз. А подивайся реакцию того, кому ты то поведала. Если та аспон на хвилу опусти очи, небо так, небо подивайся негде, это зависть, она хочет скрыть ту зависть. Но если та, которой ты то поведала, о правду! Отвори очі, і то правда. То знамена ж вона оправду рада за тебе. Но Богу же вічини наші знами, де ж ми їм постіжуємося, що ми не цю мами шпатнєво, ніякий неуспіх, небо з манжела, небо здраві. Вона тебе буде указувати, що вона з тобою має такі совці. Але на самом деле вона має з того радость. Но, якщо, вона тебе буде просто, ой-ой-ой, так літо, я так... Вельми мне то лито. Але если ты ей повешь, что у тебя нечего вельми добре, что ты выиграла, небо купила ауто, небо осталось нечего, о, вот там ты уже не увидишь. Обычайно люди начинаются злобить, а зависть. Ну, держся таких людей дал. И мені, абы все не хлубили тим, что ты маешь успех. Аби ауто не зустали сами? Ну, не будешь, а что? Если ты зостанешь сама, то знамена же тебя никто не уближе. Это раз. За другие, пока ты млада, ты вждецки мусишь подиваться на то, як так человек тебе хова. Ведь для тебя мусят быть те люди, которым ты можешь доверовать. На что ты потребуешь 100 людей, которых половина из них су, пардон, свиньи? На что? Абы тебе просто ничили живот? Не можешь каждому вержать то, что тебе поведали, потому что годни того есть кламство. Годні з того. Некоторі тебе, наприклад, навіть такий віц, ти си купила нові шати, прийшла до праці, ну, а твоя колегиня, яка якоби твоя камарадка, повіла, о, красний шати, красний, надгірний. Шкода ж, на дві великості сумали. Що то буде?
То она тебя похвалила, либо она тебя завидела. Она тебя просто снажилась просто сгазовать. Jo, děkujeme za příjemné rady. Vrátíme se k tomu roku 2020? Ну, при мне я не дивимся на то, что будет никакая катастрофа. Это рок белой кововой крысы. Небо мышь. Криса. Мислим. Ну, и мышь, и крыса – это практически стейни. Японцы там называют мыши, например. Так вот, она практически – это рок справедливости. Крыса не має рада подводы. И потом небезпечно, вы, когда загоните крысу дорогу, когда она не має выход, так она скочит на вас. При этом, когда будете загадать, снажтеся дати унік тій крисі. Вждицьки нехайте задні вратка. Протоже вона може скочити вам просто до ксіхту. А то буде неприємне. Ну, поки я просто з власної скушеності можу повідати. Я ніколи сам себе не бала своєї будучності. Я до Титька говорю, що я мам страшно довгий живот, страшно довгий. Но он у мене змінився, мій живот, аж потом, когда я начала делать эзотерику, когда я начала помогать людям. Протоже так у меня было тогда, 70-75. А теперь подивитесь, протоже мне продолжили живот кули тому, что я помогам людям, я указываю цесто. Снажимся им высветлить, где были никакие хибы. Хибы идут из кармических причин, с генетических причин, из наших хиб, то те, что мои карты указывают. Dokázala byste mi popsat, kdo je pro vás dobrý člověk, jaký musí mít vlastnosti, nebo co si... No dobrý člověk už je ten, který nemá špatné myšlenky. Takže je to o myšlenky. Že nemusí být, já se mu opakuju, já nejsem matka Tereza, abych já každému povědala, že ach, já mám ráda lidstvo. Já jeho nemám ráda. Já mám ráda psy, kočky, přírodu, no ne lidi. Lidi, já můžem povědět, že já мам мало комаратов, але я вим же я можем на них сполегнуть. Годні з моїх клієнток і клієнту, тож я мам годні і хлапу, яко піднікателі працюю, сполупрацюю з ними. Годні з них стали моїми добрими комаратами. Я не снажимся кожного виужити, аби я нецю, гдеш нецю потребую, аби мені помагали. То, що я можем, я уділам сама. Но если я вим же я не звлад, ну так я попросим помоц. Так вот, человек, который никого не отсузует, так вот, человек, который снажится, не мусит помогать каждому, потому что это тоже шпатный вец, когда же каждому хочешь помочь. Прочь, каждый из нас достался до таких неснази, до таких проблем властным причинением. Я сам поведала, будь это кармический, генетический, небо наши хибы. Так вот, если я хочу помочь, то не знамена же я полезу там со своей помощью. Протоже, той чоловік, наприклад, моя сусідка, ма манжела, який не працює, хласта, не хоче працювати, нічого не робить, вона то всетко тяга на себе, а я буду допомагати їй і її дітям, що буду тим, що буду купувати мидло. Проч би я то робила? Я буду підпорувати в того лайдака, ту свинью, який не хоче старатися о свої діти. Є то добра помоць з моєї сторони? Є то добрий скуток? Ні. Это за первое. За другое, если вы звыкнуты каждому помогать, и люди на то теж звыкну, когда ж вы то с тем пристанете, видите же, они сами мусят нечто про то делать, вы засы потом будете та зла. Але вы их научили дай, дай, дай. Я не сам лакомый человек, але я не буду подпоровать бездомовцев. Я дам тому, кто ма псы, кто видим то. Я радше тій сусідці купим про ніяку, будь обув, ніби одяг про ті діти. Але не буду давати пеніза, не буду давати потравини, про те, що тен сожере. Ну, так то помоць є той розділ. Так от, той чоловік, який нікому не обліжує, який не снажиться критизувати, помлувати, так про мене це добре. Він не мусить мати страшно великий розум, він не мусить бути велице інтелігентним, він не мусить мати високу школу, але він мусить мати добре серце. Але зараз, аби не був глупак. Тож золотий стрет. Ну, снажимся.
Снажимся так діватися. І снажимся просто учити. Не лізь там, де тебе ніхто не просить оту допомогу. Тож є то зле. Тож ти, коли поможеш чоловіку, який ти роздостався до ніякої проблеми, ти йому помогав. Але він стині достане ту проблему і стині достане той інтерес. Але ти достанеш 50% того ж. Тож ти відвратила, ну як би то повідати, Божий трест, або космічний, вот це вихова. То, коли ж к нам прийдуть неприємні віці, будь то немець, ну подивайся, кто хласта стала? Ма печень. Ятра в раскладе. Кто за то муже? Осуд? Не, он сам. Он сам. Он сам. Если я прижиром, если я ставлю всё до себя, буду такая тлоста, то знамена, будь диабет достану, небо просто уже то целка вымена нарушена ладкова. Кто за то муже? Ты сама. Ми всі доставами, будь це як трест, або просто упозорнення, як понаучення, за не делай то. Ми доставами то, на чому ми мислимо. Якщо я мам страх перед будучності, я то достаню, тому що я на то мислю. Якщо я боюся достати, подивіться, колікрат були такі спонтанні излічення від раковини. Чоловік змінив погляд на живот, йому дали шансу, і він почав мислити інак. Он похопил, где были хибы. Он все вылечил. Но тот человек, который с собой, он вждицки дава ту энергию тому шпатному. И он кормит свою немоц, он отойдет. Так вот, если ты боишься будущности, ты вждицки достанешь то, чего ты боишься. Чему давам позорность, то роста. Ано, справня, похопила. Годна голчечка, справня похопила. Paní Iždinská, jak to vypadá v roce 2020 s láskou, s partnerskými vztahy? Každý má svoje. Není to podmíněný rokem? Ne, ne. Ale když se říká, že to je rok spravedlnosti, jestli si to správně pomáhá? Nedělej špatné věci. Takže... Nedělej špatné věci, nedostaneš trest. No, to je spravedlivost. Nikrátni, neodsuzuj jiného, nedělej nikomu nic špatného. Але то, що ти каса тієї ласки, наприклад, у мене оправду, то, що я повідала, платі на 90%. Но 10% я можу мені угодно часовий горизонт. А за друге, наприклад, я повідала, що там у тебе іде постель, а ласка. Но постель то ще не знамена на цілий живот. То може бути одноразово, же? А ласка може бути одностранна. Наприклад, той чоловік тебе милує, а ти ні. Так то потом не выйдет. А на самом деле, если бы ты на него подивилась, не вим, что про тебя лепше? Где ж бы тебя миловали, не бы абы ты миловала. Что про тебя лепше? Не. Ага. Не. Так вот каждый из нас. Мы бы хотели и то, и то. Але вельми часто нас милуют те, кого мы не милуем. И опачнее. Ну, найти свою половичку, это велится тяжко. То так боги. Ще в Греції повідали, що поки ти її то знайдеш, то вельми тяжко. Не вім, я дивимося на то і на індивідуального чоловіка, який прийшов ко мені як клієнт. Так питаємося ангела стражного того чоловіка, що пишемо дату народження і вже потім викладаємо карти. От ці карти, наприклад, указує в стагі мізеліцькі. Но если этот хлап, небо женское, про тебя добро, небо рачи то выменить, пока он тебя не изничил. Потому что некоторым я просто допоручую, дайся к разводу, пока он тебя не изничил. А некоторым женским наопак поведала, ну, добре, зрадил тебя, была у него там миленка. Але некогда это подменено тем, что это кармические встаги. Мы нецу не вырешили с той жены в минулом животе, вельми в шпатном все разошли, некогда это могло быть и же забили навзаим, небо нецо. Ты раз мы встретились, вы решили, а разошлись, готово. Но коли то мы не мусишь рушить родину, потому что некогда су кармические вещи. У меня в Тринчине была такая вельми красна млада жена, которая пришла ко мне с тем, же ей комарадка зведла ей манжела, но она сама выдата, ама богатого хлапа. А ты раз
эта млада дотична не ведела. Будь она иди за тим манжелом, поведай, что се стало. А я ей поведала, нехай то так, потому что твой манжел не хочет с тобой развести. Он стал на таких важках. Но если ты пойдешь и уделаешь крик и скандал, аби та родина се распадла, твой манжел тебе 100% неха. Потому что он будет мусить нияк то компенсовать. Ну так и кому лепше то уделаш, это за первое. А за друге, до полрока ти сама, а ну як тоже манжел марати мене і її? Я говорю, за полрока ти сама зійстиш, тому що ти сама це знаєшся з ніким, і ти будеш і этого милуєш, і манжела милуєш, і ти не будеш ведеть куди кам, поки ти не рішиш вот этот кармічний узлик. Не хотіла мені вірити, то був рок 2006, а я була втеді була на віддіхі в Тальянську, а вона мені вела, пані Іштінська, ви ста басорка. Я говорю, що це стало? Ну, я сам замілована. Я говорю, де ти його знайшла? Поліцай, який її стопнув автом. А там була такова ласка на перший погляд. І от вона не віділа, ту манжел діти, ту поліцай. У нього родина, у неї родина. І у неї серце от так от. Также никогда не можешь поведать своих. И потом, я же не дивимся на целый живот, я дивимся еном на три роки, если это про тебя добре, небо не. Takže když každý začneme sám od sebe, budeme si hlídat myšlenky a budeme dobrým člověkem, tak všechny apokalyptické... Dostaneme odměnu z vrchu. Já si tak myslím. Prostě, jestli například ty даже nakrmíš hladnou kočku, небо годишь в тачиком в зиме нецо, так ты вждицки достанешь отмену за то. Протоже, что знамена в таце? Это пасынчики Божьи. Их вдечность каждого звержата иди горы. Одразится, а пойдет к тебе неяко иной отмену. Также, пока ты маешь доброе сердце, так не будешь уближивать. Я, например, я не можем видеть, кто я гладный. У меня кочки с целой дедины ко мне ходили. Минулый рок в зиме, я видела, нигде не был снег, але в Добровитове это на 500 метров выше над уровнем моря. И у нас ждицки там снег, полметра. И я видим же, лишка ходила ко мне, псы ходили ко мне, они утикали с той фармы, шли ко мне. Но я им не хавала идло. На. Кочки стали ходить. Что вам делать? Кормим. Але человека бы не хотела, если бы некого кормила. Потому что ты его научишь, он будет ходить к тебе, а жабрать, будет тебя отравовать. Да. А який розділ между людьми и звířаты? Что там хибі, небо что там навіть? Нормально. Человек ма тело и душу. Звіржата те ж, тело и душу. Но человек еще ма духа, може самодлить, а звіржата не мають духа. Але вони розуміють нашу річ, вони розуміють наші поступки, вони слышать, що ми повідали. Вони і цітять, що ми цітимо. Ано, ано. Но вони не можуть самодлити, в тому є розділ. Угу. Є нєцо, що бисте хотіла дівакам сказати? Пшею всім щасті, аби все не бали. Протоже то, що ви боїте, ви приволаваєте до свого живота. Якщо ти боїшся, що твій ангел тебе не ха, то знамена. Ти не маєш істоту ані в собі, ані в ньому, а то вшитко сопроявує. Гдеш он найде женську, яка є сильніша, ніж ти, небо просто дерза, а красна, ну пойди за ній, а кто на війні? Протоже ти сама то мишленками приволала. Не смієш подцінювати сама себе. Протоже чоловік, який подцінює сам себе, це йому родича знічили живот, тим же стало його критизували. Просим вас, не критизуйте свои дети и свои внуки. Вы можете поведать то, что вам не люби, но нигде не понижуйте их, потому что вы зничите им просто и карьеру, и просто себя ведоми. Не каждый человек может быть негде на высокой уровне. Негде мусим иметь и пец хлеба, небо быть в немоцнице, яко сестричка, небо санитар. Потому что у каждого свое. Но если вы своему дитяти стало будете надавать, что я не схопный, что ничего не умею, что то-то-то, так он и вырастет.
И он потом он не будет иметь жадную мотивацию не захотеть, потому что ему от детства отбили ту охоту. Также пшею каждому здравие, порозумение в родине, ну а каждому Божье пожегнание. Потому что при мне, Пан Бог, то ныне яко ніяка тресна сила. И это Отец Небесский. А ну, твой тата теж тебя потряста за нецо, если ты уделаш нечо шпатне. Аспон тебе укажеш, то не смеш делать. Так и нам. Гди ж мы одейдемо з тей цести, ктера нам урчена, же мы уделали нечо шпатне, достанемо по главик. Врачся наспіть. Ну. Также, если просто будете снажиться жить в суладу сама с собой и с весь миром, так то будет шитко добре. А пристаньте собать этот рок 2020. Каждый рок ма свои проблемы, каждый мусит мне нецо то решить. Но если ты видишь, что у тебя вшитка будет добре, так ты просто программуешь то. Ну так Катя, у нас вшитка будет добре. А тебе всех добре и у вас? Я сам спокойна, я сам абсолютно спокойна. Я сам, единственное, чего я терас мне трапи, это мой манжел, который я оправду не моцный, так мусим со него старать. Я зарушила вшитки цесты практически. Ну, а зараз, будь я працюю це з телефон, небо це скайп, небо прийду ко мне до Добровітова. Сама уже я не їздим, про те, що я мусим со нього постарати. Поки він був на генеральській функції, так кожен йому ті-ті-ті-ті, панеждінський, панеждінський. А коли ж воно не моцніло, так ані пес по ньому не штекнув. О чому ти говориш? О чому ти мови? Ну. Так же при ньому зустала єном я, а я то беру як отакий кармітський кріж, який я мусим видержати. Ну, а затем я то добре. Затем я то добре. Я вам повім одну вещь. Я абсолютно спокойна со своим животом. И с теми проблемами, которые прийду, вждиски сюда то решить. И еще одна вещь, просим вас. Нигде не стяжуйтесь на свой живот. Нигде не старайтесь к некому вот... Потому что дуже часто люди начинают выливать на тебя вшитки свои проблемы. Поки ты человек эмпатический, поки ты таки зранительный, и ты начинаешь мыслить, помогать, но ты можешь потом эти проблемы иметь в своем животе, потому что это накажливо. Пристань, я, когда ко мне придут клиенты, добре, я тебе порадила, но я об этом уже забудла, а ты си заплатила. То есть это моя праца, но я не буду трапиться твоими проблемами. А обычайные люди снажатся вждицки. Вот пришла комарадка, а стала будет состяжевать, небо соседка. А ниц не хочет уделать за своим животом, я нам состяжует. Что она делает? Она берет тебе твою животную энергию. У тебя психическая обрана потом нарушена. Ты не можешь потом, ты можешь быть немоцна, потому что у тебя иммунная система будет слабшей. Вшитки боли, вшитки наши хоробы, вшитки наши проблемы идут от наших мышленок. Ну вот эта психика, мусишь хранить свою психическую обрану. Не раздавать каждому вшитка. То не знамена же, я не хочу послухать, если у тебя нечего, никаких проблем. Але засе, не смеешь нигде млувить, если тебе негде зачина выправить о своих немоцах. То-то, а причем так подробно, яка была операция, что она цитила, а то. Пресекни то, потому что ты зачинаешь аппликовать то на себя. Радше розправи втіпи. Я збожнюю втіпи. А řeknete нам ніякий на завір? Женська так під 50. Вийшла з ванни, нага дивилася на себе. О, засе ту вразка. Ой, і ту вразка. І ту вразка. Я на тебе сидим 50 років. Ти жодну вразку не маєш. Чим то є? Я на вшитку сиру. Это вульгарнее, але это выстегуй вот именно. Поку ты не будешь брать к сердцу вшитка, что я там зле, потому что ты даваешь энергию вот тому шпатному. Зачем это брать вот так? Не мусишь то. Но в каждом припаде просто берь-то так же, ничего не дея. Пришли проблемы. Одойду. Але здравие, Томаш, едно. Если ты будешь реагировать болезливо на вшитку, что тебе неприемне, так ты, заперво, рыхло застарнешь, у тебя пойдут вразки,
ty budeš stará, не будеш пекна, а будеш делать тя-тя-тя-тя-тя. У меня наопак. Я вам повім ще один втіп. Во Франції нашли женську, которая ма 110 лет. Модераторка, так якраз не пекна, як ось і ти, повідала, подивайтеся на эту пані, она ма 110 лет, она дожила такого красного веку. Пані, ви, мадам, ви мати не вшатили? Бабка повідала, ні. Подивайтеся на этого андилка. Та пань, та мадам ма 110 лет, и она не ма жадна, не пшатала. То я ангел. А бабка, я их всех прижила. Так вот вам втип напоследок. Так это мне чака. Я всех прижию. Але зася, покуд я вим же, я буду долго жить, тим падом просто у меня продолжується живот. Если я маму обави, я этот живот скрацую. Все это залежит на наших мышленках. Вот позитивная мышленка, она и добра. Ну так, будем мыслить позитивнее, не? Будьме позитивні, а мнеме се раді. Ну, мнеме се раді, то не, я мам рада сама себе. Я вім, же та ласка мне нігди не скламе. Я не можу поведати, же я мам рада каждого. Я сам поведала, не есть матка Тереза. Если я видим, же это шпатный человек, я не буду с ним коммуниковать, я не буду ему помогать. Он то не заслужит. Это единый Пан Бог, это ма всетких марат. Ну это Пан Бог. Дякуємо вам за миле повідання. Дякую вам, що ви мене позвали. Думаю, що якщо нікому буде... А, я ще хотіла повідати. Кулі тому, що я в тинту року вже не уділала, про те, що мама жила при себе там, але буду робити такі курси, звлашть про жени. Як можемо програмувати свій живот? Протому що ми свій живот програмуємо. Як ми можемо змінити к лепшому? Як ми можемо навчитися милувати самі себе? Як ми можемо бути успішними? Ну, це все залежить єном на нас. Так що буду робити ці курси в Добровітові. Вітам вас!